Следующий трек сегодня. Ничего нет, только ссылочка. Repack by Hello World. Торшин Сергей Андреевич родился 19 февраля 2002 года в Нижнекаменске. Нет, в Нижнекамске, прошу прощения, российский исполнитель. Хорошо, давайте посмотрим, что это такое. Repack by, да, просто называется? Да. Сколько по времени он делает? Ничего не разбирали мы от него. Hello World, да? Сколько он делает по времени? Hello World, да, ничего не разбирали. Делают очень мало. Это первый сингл вообще. 25 слушателей. Это первый сингл, мы сейчас будем слушать с вами. И тут два варианта. Либо это нереальное дерьмо, потому что это руины, это новичок, да, который прям вот начал. Либо это рестайл человека, который делал давно и который решил теперь посерьезки делать музыку. Да. Если это начинающий артист, значит, мы постараемся ему подсказать, насколько возможно, со всех сторон. Если это норм, значит, можно будет взять во фрешмен. Да. И то, и другое интересно. Если есть задумка. Килодельфия. Produced by Conclusion. Оки-доки. Let's go. Что я сделал? Это у нас был мастер неудачный, да, на прошлом треке. Громче стало. Тут нормально все по громкости. Мой трактор и петель, на этом дверь. Как товарю по чьей осмотренности. Они меня видят, а смотрят не спит. Я не горцева, но куда-то в дыр. Не умею скамить, но тебя кину. Ебал ваш спорт, я не стану качком. Любая сука, и так стань трачком. Не люблю карты, но сыграю в очко. Лучше порвать жопу, чем стать дурачком. Не употребляю, но всегда под речком. Из-за нее мухой стань торчком. Когда пишу патч, я рядом с толчком. Помню, играл с дедом в шашки на раздевание. Первый купаю, шутки про педиков. Но сейчас его повязали, бля. Сказали, ищите на Википедике. На Новый год загадал желание. Хочу много денег и внимания. Папка говорила, что я жених мамин, но пока поженился только на тропе. Хочу напить, теперь буду папа. Если сын пойдет, папа будет ебан. Не хочу быть отцом, не похватало. Долго тужись на трогах, будто я баба. Что-то ты неплох, это не дерьмо. По тексту работаешь интересно. Чувствуется вторичность, безусловно. Единственное, что тебя спасает, это другой тембр, не как у Арсения. В этом плане норм. Потому что видишь, дело в чем? Дело в том, что у нас уже много ребят залетали с юмором. И они сейчас такие, типа, йоу, мы повзрослели. Мы будем петь про любовь. Ну, это база, нет вопросов. Но вообще, да, ты понимаешь, о чем речь. Ты неплох, правда. Ну, тропи. Ибо. То есть по рифмам у тебя норм. Кое-где улыбает. То есть песня рабочая. Весьма неплохая. Только дерьмо, вы слопнули будто дотком. Вот это круто, бро. Если говорить по панчу, да, у меня все в шоколаде, даже медали. Шоколадные медали. На стене висит грамота, в школе дали. Даже медали в школе дали. Пап говорил, я жених мамин. Как поженился только на тропе. Кончил на бит, теперь буду папой. Если сын пойдет в папу, будет ебланом. Прикольно, да. Улыбает. Не хочу быть отцом, одного хватало. Долго тружусь над треком, будто я баба. Пиздец, бро. Такие типа роды, да, короче, замешал.
Держу поводком, можешь проиграть с моим проводком. Со мной некомфортно беседить, зови меня Токсис. Мечта поебаться фейк такси. Любитель черных хит джерси. Да больно, я тебя раздену, да, не в ту дверь. Недомкратно, я тебя раздвину. Ничего, на этом двинут. Смотрю на стену. Не видит, смотрит мне в спину. Я не играю цыба, но комната в дыму. Окей. Я не знаю, с камень на тебя кину. Угу. И Бауэрспорт я не стану качком, сколько так станет рачком. Да, то есть рифмы сами по себе не очень сложные, но образы прикольные. Люблю карту, сыграю в очко, лучше поражу, чем с там пиздец. Всегда бодрячком, и за ним и хуй за толчком, примерно толчком, толчком, бодрячком. Режим. Здесь во втором куплете прям, ну, типа, рифмы так бросил, да. Угу. Тебя здесь двинут, на раздевание выкупаю. Да, я тебя понял, бро. Загадал желание, внимание. Угу. Угу, неплохо. Что там, стрим упал у вас, да, или уже восстановился? Все нормально, вы ожили, все хорошо, друзья. Да. Розовое лицо, 500 рублей. При этом вы обещали следить за артистом Махарики и за его творчеством. Что, бро? Не падал, все нормально, не упал. Да, все норм. На фитес Элыкснер. Виноградный сад, спасибо за него. Спасибо тебе большое, бро. Мы делаем все возможное для фрешменов, даже больше, чем вообще кто-либо в этом мире. Да. Поэтому спасибо тебе большое за 500 рублей. Мы следить за всеми абсолютно ребятами просто не в состоянии. Да, если человек себя подсветил, мы рассказали, есть запрос, без проблем мы добавляем в голосование там любых не особо популярных ребят, новых фрешменов, кого угодно. Если есть запрос. Спасибо тебе большое за пятихат. В целом, здесь что хочу сказать. Вот я, допустим, не могу взять этот трек во фрешмены. Ты неплох, бро, неплох. Но в какую сторону ты будешь развиваться, чтобы это звучало интересно в 2024 году? Тебя все будут постоянно упрекать, что ты там херанвотер условный, понимаешь? И ты будешь говорить, да нет, я на самом деле-то по-другому делаю. У меня на самом деле другой тембр. У меня свои фишки, у меня свой интересный текст. Я такие, похуй. Понимаешь, вот будет так. И это проблема. И это проблема. Так называемая редкость здесь бы не особо вывезла, да. По балансу, может быть, немножечко тихо стоишь ты. Инструментал стоит довольно громко. Ты веришь в то, что ты читаешь, и текст у тебя неплохой для жанра. В этом плане базару нет. Да. Еще раз. У меня все в шоколаде, даже медали. На стене висят грамоты, в школе дали. Папка говорила, что я жених мамин. Но пока поженится только на трапе. Мне нравятся оттяжки твои. Мне нравится, как ты на флоу сидишь. Опытный артист. Это не первый трек далеко. Может быть, стол писал, может, там другое что-то делал. Это человек, который умеет делать рэп. Что я жених мамин. Но пока поженится только на трапе. Да, по частотам чище делай, чтобы не выскакивали шипящие же там буквы. Только на трек, хочу набить, теперь буду папой. Если сын пойдет, папа будет его. Если сын пойдет, папа, сын, 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 хорош. Бля, хорош, хорошо держишь флоу. Так себе сведен. Есть вторичность определенная. Но в целом. Здесь себе пытается Токсиса переигрывать, да? Пародировать. Что поебаться фейк Токси, любитель чернухи джерси. Мой не мы топори, но я тебя раздену. Мой хуй не там крат, но я тебя раздвину. Мой трек для любителя на этом твин. Как говорю по чьей осмотренности. Они меня видят, а смотрят не спит. Я не Егор Тима, но куда-то в дым. Не умею скамить, меня видят, а смотрят не спит. Я не Егор Тима, но куда-то не спит. Я не спит, не спит, не смотрят, не спит. Я не Егор Тима, но куда-то в дым. Не умею скамить, но тебя кину. Вот они,
концовочки неплохие. Угу, по РПкам прошелся. Неплох ты, бро. Ты неплох. Ты умеешь делать это дерьмо, правда? Ты умеешь делать это дерьмо. Битос ты чувствуешь. Флоу меняешь постоянно. Бляха-муха, не знаю. Вот есть своя история. Пытаешься и Токсиса пародировать, и какие-то актуалочки закидываешь. Может и фрешмен все-таки, а? Флоу меняет постоянно. На Арсения вообще не похож по тембру. Ну, как будто всем похуй, да? Бля, чел, не ведись на всякую хуйню. Никто ничего никого не объявлял. Просто базы данных совместили ДНР и других регионов России. Все это, блядь, конъюнктурщик решил похайпить. Сука, и так стать трачком. Не люблю карту, но сыграю в очко. Лучше порвать жопу, чем стать дурачком. Не употребляю навсегда бодрячком. Из-за нее мухой стань торчком. Когда пишу патч, я рядом с толчком. Помню, играл с дедом в шашки на раздевание. Первый купаю шутки про педиков. Но сейчас его повязали, бля. Сказали, ищите на Википедике. На Новый год загадал желание. Хочу много денег и внимания. У меня все в шоколаде, даже медали. На стене висят грамоты, в школе дали. Папка говорила, что я жених мамин. Но пока поженился только на тропе. Хочу набить, теперь буду папой. Если сын пойдет, папа будет Ева. Не хочу быть отцом, одного хватало. Долго тужусь на трогах, будто я баба. Идлибы хорошие делают. Блять. Саунд дизайн более-менее присутствует. Даже не мамин, да пока помню столько дерьма, я бой словно будто я датком. Всех сучек держу поводком, можешь поиграть с моим проводком. Со мной некомфортно беседе, зови меня Токсис. Мечта поебаться в Токсис. Смена слов очень большой, блядь, дерьмо. Мы не мы топори, но я карасте. Мой хуни там крат, но тебе раздвин. Мой трек для любителя, на этом ты. Как товарю по чьей осмотренности. Они меня видят, а смотрят не спит. Я не горцы, вы только готовы. Не умею скамить, но тебя кину. Но тебя кину. Ебал ваш спорт, я не стану качком. Любая сука, и так стань трачком. Не люблю карты, но сыграю в очко. Лучше порвать жопу, чем... Разнообразие? Как ты работаешь на разных флоу? Охуенно, спасибо. Индивидуальность и харизма, как будто вот хочется даже, может, больше поставить. То есть ты погружаешься неплохо. 7 я готов поставить. Здесь точно за свидос, но ты сам тоже держишься во флоу неплохо. Может быть, даже если бы по звуку стоял хорошо, 7-8 могло бы быть, пока 6. Рифмы образа в рамках жанра, да, это говоритель хуйни. 8-9 баллов. То есть ты придумываешь хорошо, реально. Образы крутые, рифмы вот здесь. Вот здесь рифмы. Не знаю, 8 или 7. Но в целом на 1.50 трючок ты нормально напанчил. Нормально напанчил. Кринжатины выдал пиздец здраво. 6 или 7 баллов. Как будто бы. Да, ближе к восьмерке даже. Вот. Блять, неплохие оценки. Чё скажете, чат? Фрешмен, не фрешмен? Плюс, если берем, минус, если нет. Плюс, если берем, минус, если нет. Вторично, но плюс. Плюс. Ну, плюсов, да, значительно больше. Значительно! Еще на 10к забайтил. Да зачем, бро? Наша задача не байтить людей. Наша задача как раз-таки найти интересных артистов, которые могут уже вторым треком, там, не знаю, или этим треком быть показаны, да, аудитории, если это норм. Поэтому такую атмосферу, ну, 3 балла я поставлю. Не хватает вот здесь немного именно какой-то идентики. То есть ты сам погружаешься более или менее. Бля, я не знаю насчет 7, честно говоря. Не знаю насчет 7, да. Как будто 7 это уже прям хорошо он должен звучать. Но он и Токсиса играет, и тембрами перескакивает. Но это с другой стороны здесь. Как будто, бля, как будто все-таки 6 я готов бы пока поставить. Не знаю. Как будто 6. Вот. Тем не менее, 3 балла, да, есть. 3, 4, много. 6, 6. 8-8. Вот, то есть верхушка, видишь, у тебя значительно больше, придумывать ты можешь хорошо. Спасибо большое. Забрали во фрешмены, тем не менее. Забрали. Топ-12, если трек пройдет, побьется в майских фрешменах. Спасибо.